Здравствуйте, меня зовут Марина Бойко, я актриса театра и кино. Закончила Ярославский театральный институт в 2014 году. Работаю в театре ДОК, сотрудничала с Мирзоевым, с Гремяной, с Вытоптовым, с Муравицким, с Фаер. Тумбер-бумбер – это звук. Раздается он, когда что-то падает из рук. Например, сковорода. Кто ломает стулья в доме, рвет ботинки и пальто? Тумбер-бумбер. Кто же, кроме тумбер-бумбера? Никто. Не убей. В полумраке грошовые свечи горят. Из глубин возникают слова и становятся в ряд. Если боль и набухли кровавые кисти рябин, если бой, кто услышит в твоем? Не убей. Мы слышны только самым ближайшим друзьям и врагам. Мы смешны, если вечность пытаемся бросить к ногам. Есть предел у цветка, у зари и у сердца в груди. Мир людей, и над каждым библейское «не укради». Мир дрожит, будто он искупался в январской воде. Надо жить у последней черты, на последней черте, думать всласть, колесить, как товарный вагон, и не красть. Разве что у богов огонь. Дополнительные навыки. Французский, английский, немецкий, спорт, большой теннис, настольный теннис, ролики, плавание, велосипед, коньки, танец, джаз-модерн, классическая хореография, стрит-дэнс. С вами была Марина Бойко, актриса театра и кино.